Здравствуйте! В эфире главные новости Краснодара. С вами Евгения Семенова. Смотрите в этом выпуске. 5 декабря в стенах торгово-промышленной палаты «Край» состоится социально-экономический форум «Гражданская солидарность». Подробности в репортаже Валентины Щербаковой. На иголку. Да. Вот белая нитка. Павел один из тех, кто пришел на мастер-класс по созданию браслетов своими руками. Подобный вид творчества не стоит недооценивать. Чтобы нанизать бусинку на нить, нужна колоссальная концентрация внимания. Потому развитие именно мелкой моторики способствует развитию интеллекта ребенка. Осязание тесно связано с нервной системой, зрением и памятью. А в случае с особенными детьми любой творческий процесс, пусть это будет даже рисование, улучшает функции восприятия в разы. В благотворительном центре «Синяя птица» такие занятия проходят регулярно. Большой плюс то, что здесь они получают очень много положительных эмоций, к ним по-доброму, по-хорошему относятся. Теплая атмосфера здесь, что-то для себя делают. То есть, ну, сын мой, например, он преодолевает себя. То есть для него делать руками это трудно. А любые трудности, как известно, преодолевать легче сообща. О насущных проблемах и о путях их решения, о своих планах на будущее участники благотворительной организации решили рассказать знающим людям, а также узнать о новых социальных проектах нашего города. Благо, и повод для встречи долго искать не пришлось. 5 декабря у нас состоится форум, который организовывает Общественная палата города Краснодара. И там будет поднят, собственно говоря, вопрос о волонтерстве. Мы хотим сделать акцент на том, что нам нужны волонтеры, не только волонтеры праздничные, а волонтеры, которые серьезно будут ответственно относиться к помощи. То есть тогда, когда человек выстраивает свой собственный график помощи, но когда он же его и соблюдает, да, не тогда, когда я хочу и я могу прийти, а тогда, когда есть договоренность. Таким увидели город сегодня. Я Евгения Семенова и мои коллеги службы информации. Еще больше городских новостей на нашем сайте tvkrasnodar.ru и в аккаунтах в социальных сетях. До встречи.